Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет безумное приключение, озвучено проводником при поддержке спонсоров канала. Александр Шишковчук, Деградация 2025. То может быть хуже? Проснуться на грязной, заплеванной автобусной остановке в неизвестном месте зябкой октябрьской ночью, к тому же с раскалывающейся от дикого похмелья головой. Вроде бы банальная ситуация для почти любого регулярно выпивающего. Человек с трудом сел на лавки и взвыл. В голове плескался, словно мутный белесый кисель. Не вспомнить, кто он и как сюда попал. Вообще ничего. И этот отвратительный запах, словно из помойного ведра. Через мгновение человек понял, это воняет он сам. Он оглядел замызганную и зодранную одежду, дырявые кроссовки, на лице немытая колочковатая бородища, ступья корост, на голове вязаная шапка-петушок. Че за хрень? Э, «Э, да я же бомж!» — внезапно догадался он. Все сразу встало на свои места и принесло некоторое облегчение. Нутро горело огнем, оно требовало, кричало жрать и найти бухло. От этой мысли разливалась приятная дрожь по телу. Да, бухло в первую очередь. Шатаясь, оборванец поплелся по обочине разбитой трассы к светящимся вдали за деревьями огням города. Когда за спиной послышался звук мотора, он, не раздумывая, выставил руку. Машина ехала в нужном направлении, а он так окоченел на этом ледяном ветру. Может, шофер еще и денежку даст на бухлишко. Фура пролетела, не притормозив, обдав брызгами грязи. «Падла вонючая, чтоб тебя!» Населенный пункт, казалось, не приблизился. «Сколько же еще идти?» Сзади из-за поворота вынырнул очередной автомобиль. Бедолага не стал голосовать смысл, кто будет среди ночи подвозить жалкого бомжа. Четырка с дребезжащими от музона стеклами, резко вильнув к обочине, остановилась в метрах в 30. Неужто есть на земле добрые люди! Мы распахнули все дверцы. Над пустынной дорогой разлетались слова бодрой песенки. Все он улыбнулся щербатой улыбкой. Вылезли четыре молодых человека, все как один, одеты в спортивные костюмы, остроносые ботинки и широкие кепки. Бродяги они не понравились, но в ноздри проник запах перегара из машины. Он сделал несколько неуверенных шагов навстречу. «Слыбам жар, иди сюда на!» – заорал один. «Ребятишки, не надо!» Застонал, когда его дернули за шиворот и повалили на землю. «Ты, бля, под дачем шныряешь, сучара! Ты, бля, в батином доме насрал!» «Нет, я ничего не помню, это не я!» Разумеется, ему не поверили и начали бить. Очень больно и ногами. Лакированные туфли плясали по ребрам, по спине, по голове. Потом раздался звон в ушах. И наступила темнота. Евгений Павлович с недоумением смотрел на экран 25-го айфона. «Ваш персонаж погиб», — мигала надпись. «Очки опыта — ноль, очки здоровья — ноль, собрана бухла — ноль. Хотите начать заново? Да, нет?» Он хотел нажать «да», но зазвонил рабочий телефон. Евгений Павлович помотал головой, там все еще шумело. Вытерев пухлой ладошкой вспотевший лоб, нажал кнопку коммуникатора. Да, Лидочка. Евгений Павлович, вы на месте, а я думала, вы уехали на обед, да вас не дозвониться. Что случилось? Прервал он словоохотливую секретаршу. Звонили из администрации, есть вопросы по тендерам, а я им сказала все отправить по электронной почте. Дальше. Эм, еще приходил Виктор Сергеевич, спрашивал, когда вы освободитесь, у него какой-то важный вопрос. Знаю, знаю, пусть зайдет через э, полчаса. Евгений Павлович, вам что-нибудь нужно? Просто у вас такой странный голос. Нет, Лидочка, все хорошо. Я могла бы сделать вам глубокий Нет, меня не беспокоить никому ближайшие полчаса. Он вырубил связь, откидываясь на спинку шикарного кожаного кресла. Открыв дверцу потайного трюмо, Евгений Павлович достал бутылку дорогого французского коньяка, хранящегося на случай важных переговоров. Он сорвал пробку и, щедро плеснув стакан, немедленно выпил. По телу прошел бодрящий жар. Обычно не пьянствовал на рабочем месте, берег печень для официальных мероприятий и праздников. Да и здоровье уже не то. Но эта игрушка просто потрясала. Это ж надо. Он, генеральный директор холдинга, имеющий дом в полторы тысячи квадратов на Рублевке и вдруг бомж. Ха, надо рассказать пацанам из гольф-клуба. Наверняка банкирам, нефтяным магнатам и владельцам корпораций. Будет весьма забавно побывать в шкуре бомжа, пусть и виртуально. Только вот что-то быстро его убили эти гопники. Евгений посмотрел время на своем роликсе. Так, до прихода зама полчаса. Плеснув стакан на два пальца, Евгений Павлович взял гаджет и открыл недавно скачанное приложение «Деградация 2025». Ну, держись, шпана, сейчас он им накостыляет. Второй заход мало чем отличался от первого. Он также очнулся на остановке, не помня себя, с ломотой во всем теле и жаждой выпить. Еще почему-то хотелось кого-то избить, вот только кого. О, это не важно! Он раскроет Харю первому встречному, под ногами метровый кусок 16 арматуры. Обрадовавшись, бомж подхватил новое орудие и как первобытный охотник побежал по обочине трассы, взрыкиваясь, жадно нюхая воздух. С минуту Евгений Павлович судорожно хватал ртом воздух, непроизвольно сжимая булки. Какая жестокая игра! Драка с гопотой закончилась быстро и с оглушительным фиаско. Зря он тогда взял с собой эту арматуру. Ох, зря! В дверь требовательно постучали. «Заходи, Виктор!» — крикнул Евгений Павлович с досадой, убрав айфон со стола. «Ну как все прошло?» «День добрый, Палыч. Артачатся еще, но, думаю, скоро все подпишут. Не переживай, это моя головная боль». Виктор, заместитель Евгения Павловича, высокий, вальяжный, с нестираемой надменной ухмылочкой, он прекрасно справляется с самыми геморройными и мутными делами холдинга. Евгений иногда завидовал пробивным талантам зама и временами даже опасался, что тот скоро займет его место, но это просто страхи, ничем не обоснованные, ведь кресло директора досталось Евгению благодаря тесте, ушедшему на покой несколько лет назад. А родственные связи многое значат в нашем мире. Сам он тяготился ответственности, собрания акционеров раздражали, а переговоры вызывали рвоту. Постоянный головняк, а дома еще Светка, жена подливала масло в огонь. Из-за стрессов Евгений Павлович сначала выпивал, но когда печень стала отказывать, ограничил себя. С нервами нужно было что-то делать. Он начал много жрать, набрал килограмм 120, потом понял, что это тоже не помогает. Хотелось послать все нахрен и улететь на теплые райские острова к нежным молодым уладкам. Но это мечты. И нервное напряжение нарастало, копилось, росло, пока не выстрелило инфарктом в прошлом месяце. — Палыч, что-то ты бледноват, как здоровье? — прервал его раздумья Виктор. — Не спеши хоронить раньше времени, Витя. Попробовал вот эту хреновину, что ты советовал. — Только сейчас? — зам скинул бровь, потом заговорчески улыбнувшись, перегнулся через стол. — Ну как оно? — подлечил нервишки. «Да как сказать?» — пожал плечами Евгений. «Не разобрался еще. Два раза меня там грохнули. Шпана какая-то. И не помню ничего». «Ну так задонатить надо было». «Это как?» «Ты что, в игрушки никогда не играл, Евгений Павлович?» «Да какое там?» — фыркнул, мол, не до баловства. «Надо денежку закинуть, чтобы открылись некоторые опции», Давай, Витек, настрой мне там все, а то я в этой херне не разбираюсь. Вздохнул Евгений, вспоминая первый сотовый Nokia 3310, который верно служил два десятка лет. Пришлось сменить уже на руководящих постах, ибо не по статусу. Ну все, палыч, улыбнулся Виктор, возвращая телефон. Закинул тебе на счет биткоинов, сделал подписку. — Так что снимай напряг свое полное удовольствие, дорогой ты наш директор. — Спасибо, выручил, а то меня жена чуть ли не к психиатрам сватает, — засмеялся Евгений. — Только лучше на работе этим не заниматься, — предупредил зам. — Полное погружение, знаешь ли. — Ха, да я уж оценил, и ты прав, поеду-ка домой, пожалуй. — Конечно, езжай, все будет на мази. Ну, в этом я не сомневаюсь нисколько, только к Лидочке не подкатывай, то знаю я, подколол Евгений. Не переживай, Палыч, мне своих секретуток хватает, усмехнулся зам. Все-таки хороший у меня заместитель, думал Евгений Павлович, спускаясь на лифте в подземный гараж. Что без него делал бы? Тогда, после инфаркта, именно Виктор посоветовал установить эту великолепную игру с полным погружением. Правда, скачивать ее пришлось через теневой апстор, так как официально она была запрещена. Ох, уж эти санкции. Игры с полным эффектом присутствия только-только появились на рынке мобильных устройств. Это не опасно? ⁇ спросил тогда Евгений. ⁇ Абсолютно! ⁇ уверил Виктор. «Жести, конечно, многовато, но от проблем отвлечет, гарантирую». Путь до дома занимал даже без пробок целый час, поэтому Евгений Павлович, удобно развалившись на заднем сидении Мерседеса, снова залип в телефон. Теперь с платной подпиской он сразу вспомнил себя, оказавшись на заброшенной остановке. Внутри разгоралось странное ликующее чувство, он полностью свободен и может творить что угодно. Поколебавшись, Евгений Павлович поднял пруток и пошел по дороге. То и дело озирался, поражаясь техническому прогрессу, подарившему такие возможности. Когда показалась проклятая четырка, он словно ниндзя затаился в придорожных кустах. Неслась музыка. Бомж Евгений со всей силы замахнулся и швырнул свою железяку. Попал удачно прямо в лобовое стекло. Пепелат закрутила и выбросил из дороги. Дебильная песня утихла. Евгений осторожно приблизился. Измятый кузов, дым из-под капота, стекла внутри забрызганы красным. Крутая игруля! Открыв дверь, он вышвырнул одно тело и обнаружил пластиковую бутыль. «Здесь же я могу бухать!» мелькнула радостная мысль. Он быстро допил остатки. Перед глазами возникла надпись. Вы перешли на второй уровень. Очки опыта плюс 5, очки здоровья плюс 1. Собрана бухла плюс 0,5. Поздравляем! Евгений понял смысл игры в сборе бухла, и это ему понравилось еще больше. Пошарив в машине, он нашел биту и початый пакет сока. А хочется кушать. Жрать. Поправил он себя. «Надо пожрать. Но куда идти?» «Стоп!» «Вроде в прошлый раз один из быдланов что-то говорил про дачи. Там наверняка будет чем набить живот. Должно быть где-то рядом». И точно, пройдя метров сто по дороге, он увидел указатель. «Дачный кооператив — один километр». Через некоторое время бомж вышел к поселку. «Сука, сторож!» В бытовке возле ворот горел свет, разлаялась собака. Евгений Павлович присел, чертыхаясь в мокрых кустах. Скрипнула дверь, на крыльце показался мужик с ружьем. «Тихо, флин тихо!» — крикнул он бьющемуся на цепи псу. И, повернувшись к лесу... «А ну, кто там прячется в темноте? Валите нахер отсюда!» «Что же делать? Хотя чего ему бояться, это же игра!» Сторож тем временем еще немного поругался, сплюнул и отвернулся, собираясь закрыть дверь. Евгений Павлович со всей прытью бросился из кустов, сжимая биту, перепрыгнул пса, заскочил на крыльцо. И пока сторож поворачивал ружье, крепко ушатал по башке. В сантиметрах от жопы ощутил клацание зубов. «Блин, повезло! Цепь короткая! Обломайся, глупая псина!» Посмеиваясь, он перешагнул тело и принялся шарить в домике. «Как же здесь тепло!» Первым делом сожрал сковородку жареной картошки с грибами и отыскал все тот же самогон, но в гораздо больших количествах. С удовлетворением он отметил рост очков опыта и переход на следующий уровень. Теперь надо пройтись по дачам, собрать остальную добычу. А потом к огням города, навстречу славе и новому бухлу. Эй, песик! Позвал Евгений, выйдя на крыльцо, и тут же отдернулся в сторону. Блин, отвали, песик! Что животное, не можешь достать? Ха-ха! В этот момент старый ошейник Флинта крепкого породистого ротвейлера лопнул, челюсти мощно сомкнулись на горле бомжа. Евгений Павлович снова очнулся на остановке. Странно. Почему не выбросила из игры? Он же умер. Видимо, потому что проплачен аккаунт. Скорее всего. Но как же отсюда выйти? Евгений принялся хлопать себя, ощупывать, тужиться, напрягать воображение, пытаясь вызвать меню или кнопку выхода. Но удалось только смачно бзнуть. Да че за херня? Шофер, наверное, уже подъехал к дому. Может, он вырвет у него из рук чертов телефон. Но ничего не происходило. Когда мимо остановки с воем проносилась фура, он прыгнул под колеса. Я не просила его убирать, придурок! Я не просила. Виктор Сергеевич, поморщившись, убрал трубку подальше от уха. Светлана, не по телефону. Кисуля, а не кричи, это случайно! Все шло по плану, он уже начал заходить в деградацию. Неужели ты думаешь, что я так глуп, что не смогу подождать месяц другой, кисуль? От этой игры люди деградируют со стопроцентной гарантией, он бы скоро превратился в настоящего бомжа. Но все могут подумать на нас. Тише, да, это неприятно, но я постараю постараюсь все уладить. Постараюсь, кисуля. Целую. Леха, проработав три года в ДПС, знал, что расторопность на службе превыше всего. Когда поступил сигнал об аварии на съезде с МКАДа, совсем недалеко, они переглянулись с напарником, включили мигалку и помчались. Леха считал удачей, если удавалось прибыть на место происшествия раньше МЧС. Судя по всему, КамАЗ занесло, и он просто скинул с эстакады и вон того Мерина, разогнав зевак, где посметнулся к разбитой машине. «Не подпускай никого пока!» — крикнул напарнику. «Да знаю!» С трудом открыл одну дверцу. Несмотря на подушки безопасности, в машине он обнаружил два трупа. Ага, не пристегнутый. — отметил Леха для протокола. Быстро пошарив в карманах жирного пассажира, нашел портмоне, вытащил наличку. «Ух ты! Еще и айфончик новый!» — обрадовался Гай, пряча добычу. Вскоре подъехали МЧСники, вырезали из мятого корпуса немецкой машины две тушки, которые вскоре отправились в морг. После ужина перед сном Леха, как обычно, засел на унитаз, улыбнулся, вспоминая, как дочка верещала от радости, когда он подарил ей телефон. «Старый, конечно, новый-то оставил себе». «Так, посмотрим, что здесь за приколюшки», — пробормотал гаишник, листая меню. «Деградация какая-то, глянем, что за игруля». «Пиздец, где я?» — закричал Леха, очутившись на остановке. «Не ори, дурилка, это игра с полным погружением!» — услышал он голос за спиной. Перед ним стоит мерзкого вида бомжара. «Это чё, прикол такой?» «Ну, типа того. Будешь?» Тот протянул бутылку самогоном. Леха, продолжая пребывать в шоке, прильнул, поперхнулся, закашлялся. «Фу, бля! Я чё, с бомжами пью?» «А ты сам на себя погляди!» Леха как мог осмотрел свой прикид. Вместо привычной формы какие-то паскудные лохмотья до него стало доходить. «Так это значит игра?» «Ага», — ответил бомж, громко рыгнув. «А что тут делать-то надо?» «Собирать бухло», — пробулькал бутылкой. «И все?» «Нет, не все». Вонючий бомж подошел вплотную, а что еще? Спросил Леха. Мочить всех! И с силой толкнул в грудь дорожного стража. Пронесшаяся фура разметала ошметки по мокрому асфальту. Папочка, ты долго еще? Я хочу писить! Детский голос раздавался из-за двери. Пусти ребенка в туалет! Кричала какая-то баба. Евгений Павлович с удивлением поднялся с унитаза и натянул штаны с красными лампасами. Похоже, он перешел на новый уровень.